Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационный выпуск «День за днем». С вами в студии Любовь Мишакова. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Учебно-показательные занятия для сотрудников военных комиссариатов Смоленской области. В Смоленском районе полицейские вернули пенсионерке похищенные медали. На Смоленщине подведены итоги оперативно-профилактической операции «Должник». День открытых дверей в Десногорском доме детского творчества. Под руководством военного комиссариата Смоленщины прошли учебно-методические сборы по мобилизационным вопросам. 2 сентября на базе Десногорского акционерного общества «Атомтранс» был развернут совмещенный приемно-раздаточный пункт технических средств. Это предприятие обеспечивает Смоленскую атомную станцию все необходимые техники. Вот. Ну и в том числе, конечно, эта техника у нас будет использована и в мобилизационный период. В этот день все сотрудники муниципальных отделов и военных комиссариатов Смоленской области съехались на учебно-показательные занятия по отработке мобилизации. На данных занятиях рассматриваются вопросы по развертыванию предварительных пунктов сбора граждан и совмещенных приемо-сдаточных пунктов транспортных средств. Данные мероприятия имеют плановый характер, проводятся ежегодно. В 2014 году данные занятия проводились на территории Кордымовского района, города Смоленска, города Ярцево. В этом году проводится на территории города Десногорск, Рославского района и города Смоленска. В ходе проведения сборов участники, в чьи обязанности входит подготовка и учет мобилизационных ресурсов, прошли теоретическую подготовку, смогли на практике отработать вопросы взаимодействия. Сегодня практически была показана работа совмещенного приемо-сдаточного пункта транспортных средств, где на практике было показано прием техники от организации для дальнейшей поставки в вооруженные силы. Хочется выразить отдельную благодарность руководителю атомной станции, руководителю «Атомтранса», которые непосредственно приняли участие в данных мероприятиях и оказали помощь отделу военного комиссариата Смоленской области по городу Десногорск в развертывании элементов пункта и привлечению личного состава, предназначенного в аппарат усиления. Также хочу выразить благодарность администрации города Десногорска в оказании помощи в создании базы мобилизационного развертывания по материальной части. Полицию с заявлением о краже медалей у пенсионерки обратился сын 95-летней жительницы деревни Флёново Смоленского района. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы тщательно осмотрели квартиру и установили, что из комода пропали 6 медалей, принадлежащие хозяйке дома. 60 лет победы в Великой Отечественной войне, 65 лет победы в Великой Отечественной войне, 70 лет победы в Великой Отечественной войне, за доблестный труд к столетию со дня рождения Ленина и ветеран труда. В ходе беседы с потерпевшей участковый уполномоченный полиции выяснил, что женщина проживает вместе с сыном. За ней ухаживает соседка, в их квартире редко бывают посторонние. Говоря о пропаже, пенсионерка не могла сдержать слез и не представляла, кому могли понадобиться ее награды. Раскрытие этого дерзкого преступления стало долгом чести сотрудников ОМВД России по Смоленской области. Не теряя ни минуты, полицейские приступили к розыску подозреваемого в краже. В ходе подворового обхода был установлен гражданин, который похитил данные медали. Данные медали были обнаружены по месту его жительства. Ранее данный гражданин привлекался к уголовной ответственности. В ходе обыска по его месту жительства сотрудники полиции нашли похищенные медали. Злоумышленник, находившийся в нетрезвом состоянии, их спрятал, намереваясь в скором времени продать. Он пояснил, что ему постоянно нужны деньги, поэтому днем он проник в квартиру престарелой соседки, когда та спала. При проведении следственных мероприятий обыска медали изъяты. По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3 «Кража из жилища». Похищенные медали участницы войны вернул начальник ОМВД России по Смоленской области Ишуткин в торжественной обстановке. Он поздравил пенсионерку с очередной годовщиной освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, вручив женщине букет цветов и дорогие ее сердцу награды. Пенсионерка была крайне растрогана вниманием полицейских, но еще больше ее тронуло то, что украденные награды вернулись к ней в целости и сохранности так быстро.
Основной целью проведения профилактической операции «Должник» стало добровольное погашение гражданами задолженностей по имеющимся у них административным штрафам. В ходе операции «Должник» сотрудники подразделений полиции по охране общественного порядка и представители службы судебных приставов проводили рейдовые мероприятия, посещая по месту жительства уклоняющихся от уплаты граждан-должников, проводили с ними профилактические беседы, а также привлекали к административной ответственности. По части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях «Неуплата административного штрафа в срок». К началу проведения профилактических мероприятий полицейскими был подготовлен список жителей области, не заплативших административный штраф в установленный законом срок. Всего за время рейдовых мероприятий на территории области за неуплату штрафа к ответственности было привлечено свыше 300 граждан, большая часть из которых – жители областного центра и Рославльского района. Административному наказанию в виде ареста подвергнуты 166 человек. Главной цели данного мероприятия – это доведение в очередной раз до подсознания граждан требования действующего законодательства о необратимости наказания. То есть лицо в добровольном порядке обязано в срок 60 суток оплатить наложенный на него административный штраф. И вторая цель – это привлекать злостных неплательщиков административных штрафов к более строгому наказанию в виде административного ареста. В случае неуплаты штрафа наступает ответственность, что может повлечь за собой наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Сентября в Доме детского творчества нашего города состоялся первый в этом учебном году большой праздник – День открытых дверей. Педагоги встречали своих воспитанников после летнего отдыха и знакомились с теми ребятами, кто впервые пришел в уютный Дом детского творчества. Ведь закончилось теплое лето, и вновь пришла осень, а значит, наступил новый учебный год, и Дом детского творчества широко распахнул свои двери. Сегодня у нас замечательное событие, торжественное. Мы 30-й раз за все существование Дома детского творчества 30-й раз распахнули двери для детей. В этом году нашему Дому детского творчества исполняется 30 лет. 30 лет работает Дом детского творчества. 30 лет он встречает с радостью детей города Тесногорска, имеет свои традиции в обучении и воспитании детей. Отрадно видеть, что выпускники Дома детского творчества приводят уже своих детей к нам. Мы очень рады. Итак, мы сегодня объявляем старт деятельности всех творческих объединений Дома детского творчества. Дорогие ребята, мы желаем вам в новом учебном году усердия, трудолюбия, успехов, массу новых открытий. И, конечно, найти новых 30 друзей. Поздравляем с новым учебным годом! За 30 лет сложились добрые традиции Дома детского творчества. Педагоги, идя в ногу со временем, используют новые педагогические технологии для творческого развития ребят нашего города. Дом творчества сегодня – это 6 направлений деятельности. Художественная, естественно-научная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристо-краеведческая, техническая. 36 творческих объединений, в которых ежегодно занимаются более 700 девчонок и мальчишек от 5 до 18. Лет. Педагогический коллектив профессионалов. В Доме детского творчества трудятся 22 талантливых педагога, мастера своего дела. Обучающиеся педагоги активно участвуют в выставках, городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, становясь их победителями. Настроение каково? Все такого мнения? Воспитанники Дома детского творчества, которые по итогам прошлого учебного года показали лучшие результаты, были награждены почетными грамотами и ценными подарками. Конечно, все победы и достижения детей в различных конкурсах – это заслуга педагогов, трое из которых в этом учебном году отметят 25-летие работы в ДДТ.
Огромный вклад в развитие Дома творчества внесли Ольга Жданова, Ольга Свистунова и Елена Долженко. Да и сама Оксана Геннадьевна является выпускницей Дома детского творчества. Дом детского творчества – мир творчества и развития, который открыл свои двери в новый учебный год. Уважаемые телезрители, это все, о чем мы хотели рассказать вам. Спасибо за внимание и до свидания.